Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota Prius. Ремонт правой стороны. Все поврежденные детали владелец заменил сам и попросил меня сделать заднее крыло. Ладно, начинаю ремонт. Сначала разбираю. Итак, заднее крыло разъединилось с внутренней аркой. Теперь мне надо все это обратно соединить и закрепить сваркой. Хорошо, это сделал. Для ремонта буду использовать споттер. Для этого удаляю краску. Сначала вытягиваю ребра. Чудненько.
Работа со споттером закончена. Небольшие неровности и дырочки от споттера заливаю оловом. Работа с металлом закончена. Снятые детали ставлю обратно. Моя работа закончена. На эту работу ушло 10 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!